В суде Московского района столицы сегодня состоялось первое судебное заседание по делу замначальника участка предприятия «Минск-Кристалл». Бывшего управленца обвиняют сразу по двум статьям – получение взятки и служебный подлог. Он принял от директора коммерческой структуры более 7400 рублей. Вознаграждение полагалось за благоприятное решение вопросов, входящих в компетенцию мужчины. Он же обвиняется в том, что внес заведомо ложное сведение в виде подделки подписи заместителя генерального директора. Задержание замначальника участка «Минск-Кристалл» проходило в рамках оперативной разработки Комитета госбезопасности. Тогда, помимо этого уголовного производства, в отношении других задержанных были возбуждены еще 5 уголовных дел.